Чего, как? И самое интересное, чашечки коленные. Остальное как-то все ничего. Не от того. Это приобретенное, поверь. Ну это давно у меня. Что? Коленки, я еще ты занимался спортом. Помнишь, как это, говорит? Два друга стоят, где два деда сидят. Помнишь, в армии это там скормили, чтобы не стоял. Где стоит на подействовал, да. Итак, вот. Ну вот. Все включено. Все включено. То есть, что такой случай оказался? Эпизод. Так что ты жадный до жизни, тебя хоронить от Львова. Вышло так, что не пойдет. Вот атмосфера появилась. Да. Люди пришли живые. Народ затоптался. Ну что, с кого начнем? Не бы в тебя воткнуть. Хрен тебя. Это конечно. Ты без подготовки сразу. Не, я померить. А? Примериться. Давно же. Хотя 180 пойдет и так, что ты? Да можно и так. Так, чтобы таз ровно лежал. Ты немножечко что-то это. Сюда подвинулся. Назад, туда отползи. Туда. Чуть-чуть. Вот. Туда. Таз плотненько лежит. Можешь ноги пошире расставить даже. Да. Ну да. Ножки пошире, вот так вот. И так это слегается. Отлично! Что-то там зацепилось так хорошо. Как еще ракета взлетела. Хотел попереть что-то. Главное точно ляжу. Таз разместился четко. Вот. Чуть пошире, чтобы удобненько. Все равно как ракета взлетает. Это у нас запах такой, как вот воском пахнет на пасеке. Хорошо. Пшеница вонь. Да. Воском пахнет хорошо, это не отрава. Опять задница выехала сюда. Сюда выехала? Угу. Наоборот, кажется. Нет? Ну, не. Вот сейчас вот все нормально. Ага. Таз плотно лежит. Почувствуй плотно. С визгом. Ну что, может 360 тогда? Ну, на 360 остался. А, ты остался? Да. Ну, ремешки подложите? Конечно. Так, там лежу, нет? Ну, ты, ну, сам, примерно, ты сам должен чувствовать. Примерно, примерно. Как тебе примерно удобно, как тебе равномерно лежу. Ну что, тогда это? Не-не-не, давайте дальше. Перекур. Пока перекура, вы идите. Ничего, это наш скук. Ну, все уже туда. Ага. Что туда дальше пойдет, надо действительно... Ну, нам пока хватит этого. Длина соответствует. Мне 620 получилось, там добавили. 620 подмянул с этого. Видал? Со свистом. Напрягай ягодицы. Со свистом. А что-то как-то так и цепляет, нет? Где-то свистит, а где непонятно. Ну да, она как тут свистнула. Башмаки. Okay.
Сюда можно пойти. Куда? Кошку я не потянул. Боялся, что камера не поднимет. Да. Там Петр Лучок. Каких-то двух болтов опять не хватает. Это ж те, друзья, все подряд, что было. Нехотя. Я уже включение прошло сейчас. Угу. Так лицо начинает багроветь, не туда пошло, не оттуда. И хорошо, чистая победа. Напитался снизу, прям хорошо включилось все. Мне сейчас пошло легче, чем первые два раза.
Сейчас победа. Мне кто-нибудь первый раз сказал, что это космос. Я сказал бы, вообще с двери. Пальцы. Так, это 620. Ближе к себе, к краю, вот так, да и ты садись к краю. Ну, чтоб живи, ноги растопыли, во. Это чуть не ровно лег я. Ну, пёстка неудобно было, да? Больше на дуну нагрузка пошла. Ну, а пошла как бы спокойно. Ну, пока, слава богу. Заело, но я помню в прошлый раз и сразу не бросать, не увеличивая нагрузки, оно поднялось само. Правильно. Ну что будем делать? Небольшой перекур. Еще добавим. Давай. 720 сделаем. Попытку. Чистая победа. И тоже сначала упор, до упора дошел, все, дальше нет, чувствую, не там, подожду чуть, раз пошел сам. Не увеличивая нагрузку. Надо вот это вот, да, такую штуку это делать. Я еще одну. Сошло, что на это, стык, все эти заморочки. Не переживай. Ну, я не переживаю, да. Попискивая, как комар. Тут притрется, притрется. Вот, да? Ты что? Ничего. Чувствуешь вес. Ногу. Припеть тут капитан. Так, ну я на 120. Шкрипом, да? Еще разок. Отлично. Снимать или пусть останется? Ты ж подходишь, Саш. Развиз мой инструмент. Я не спешал так. 130. Отлично, отлично.
этой стороны где-то скрипит. Вообще непонятно, где скрипит. По два раза хватит уже. Со страшным шкрипом. Давай. Я как-то 220 даванул, и что-то никак у меня не получается. Даже не приблизиться. Тебе остановиться, мне наверстать. Было. Хорошо было. И опять тоже висит. Уперся и нет. А потом раз, чувствую, чуть пошло. Не хватает расстояния. Давить? Ну да, как давить, а мне не давить некуда. Ну, мышцы значит, сели. Ушел далеко сюда. Как ушел сюда. Я тоже, когда не хватает, руки уже вытянутые. Не пошло. Хватит. Риф выгинается, и ты как уходишь. Зевать уже в конце, это прям зевать надо после второго упражнения. И сам это. Как это им ставить? Ну что? На два, а тут на три. Ну, ты сказал, как на один или на два, я так вроде как и поставил. Да. А то надо кто-то эти. О! Со страшным шкрипом. Хорошо.
Скорости 60? Да. Себе домой. 260, 260. 300 ставим. Ну что, еще или все? Сейчас 300? Да. Давай 320 сделаем. Как самочувствие еще сверху? Да ничего, просто это, не хватило ног. Четыре подхода. Не долго. Ну да, тебе это 500 надо уже. По крайней мере, на 340-380. Ну, поставь еще ниже. Что-то я уменьшился, наверное. Вдавило меня. Вот она как бы, ну. Здравствуйте. О, хорошо. Разминочная. Шматует. Так. Как-то ты не старайся, не хотя все раз. Я стараюсь. Это мне помогает. Чуть оторвал. Самую малость пошла. Самую малость. Чистая камера. 670. Да.
насос. Качаешь туда и сюда. Как это? Помнишь, что варится на 20 градусов? Я пас. Пошло. А я тут перекурю и еще добавлю. Что-то как-то это. Ну пошло. Ну да, пошло, потом как-то это. Я сдался танцевал. Она щелкнула, я расслабил. Ну вот когда щелкнул, этот момент самый неприятный. Испугал. Сбивает. Ну да. Еще попробуешь или нет? Или на этом? Попробую разок. Ну давай. Сейчас тут немного. Ну посмотри, Саша. Сейчас тоже послушаем тот раз. Наш бол вырезается. Достаточно. Вырезается бол? Да. Я посмотрел, дугой так он становится. Ни хера себе, ты это не попробуй. Ну то да. Больше или нет? Не, больше не буду. Да у тебя будет целый. Ясно. Сенсей черный пояс. Ну да. Целый. Еще разок тяни. Хорошо. Я это попробую, а ты скажешь, правильно или нет. А, ну да. Вот так. Нет, это без этих, на 160. О! Все, ты схватил. Я понял. Ты схватил, куда да. надо. Туда ее, понимаешь. Не вверх, а туда, за себя, да. 600, он 650 сделал такую тягу. Есть контакт. И ступы шире расставляем. Вау. А тут упор тогда у тебя более мощнее. Ты же ширину. Вот это вот упор. Вот такой с упор и погнал туда-назад. Подсядь под нее немножко побольше. Подтягу. И давай туда. Давай. Туда. То есть и тебе надо подседать под нее. Пошла. Молодец. Я снова воду надо ее поставить. Во. Туда. Хорошо идет. 280 пошло. 300 будем пробовать сейчас. Ну я понял или понял. Ну хотя бы так, да, вот туда. О! А ну. Не пошло. Как не пошло? Оно пошло. Он уже сдернул. Пошло. Ну как говорится, это самое. Ну не вытянул, в смысле высоко не вытянул. Да. Но. А сдернул. Так, да. Чистая победа. Ты знаешь, можешь еще разок подойти. Сейчас, ты это. С перекуром подойду. Ну да, подсядь под нее. Там, вот уже, вот как, видели, я уже прочувствовал. Да. Женя, сейчас я попробую. Как я делаю? Я первый раз
Я делать не буду, просто так. Скажу, что я чуть делаю. И почему еще два раза? Потому что вот с первого раза что-то она не прочувствуется. А со второго раза она... И уже тогда, когда ты идешь на большие веса, она тоже и первый раз идет. То есть вот привязались мы. Привязались. И делаю идиот. Встал, да, ну естественно, настроился. Вот. И как ты будешь тянуть первый раз? Вот уже туда. О, ты заправился, да? И потом только вот это. Ногами уже сюда. И пошел туда. Дальше. Смотри. Смотри, ты надо так привык уже. О, пошел, пошел, пошел. О, дал, как она пошла. Вот то, что вот сейчас пошло. Чистая победа. Да. Тут ничего не стоит. Тут я согласен. А с небольшим весом он пошире. Да, пошире. Ты туда, назад. О! Что-то было раза два сделать. Я прочувствовал, уже нормально. Не стесняйся. Подсядь. Уже туда, назад. Заправься, заправься. И пошел ногами теперь. О! О! Чистое движение. Давай. А, хорошо. Ну да, она понять надо. Потенцию дает, будешь. Стань ровненько, удобненько. Чуть шире стопы. Ва-ва-ва-ва-ва. О, еще разок, Саш. О! Все, почувствуй, куда она, потому что с первого раза не чувствую. Вот это уж, вот я говорю, и вот да, эти руки, да. Ну, почему это? Сколько тебе стоит? Вот здесь. Ну, смотри, Саш, ты на него, что скажешь? Давай-ка, что-то плетом кажется. Ну, ты отсюда смотри, отсюда смотри, отсюда смотри. Сейчас, подожди, не делай. Вот смотри на него. Ты видал, как он появился с жопой вправо? Ну, да. Мы его еще косим. Косить-то нам не надо, косить. Да не надо. Ровненько встал. Пошел вперед ножками. Раз, отлично. Еще разок. Давай. О! Второй раз легче, да? Видал, по протуренному пошел. Саш, все падает. Все сыпется. Стоишь, все так, 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 так. Ну, да, да, коси. Ну, что ты? Как-то тебе таз уводит туда. Билят туда, туда. Такое впечатление, как какой-то танец до живота так дёрганный. Раз. Тут разочек и хватит. Ну, параллельно, более-менее параллельно. Вот сейчас ты стал вот ровный. И вот так... Все равно в эту сторону уходит. Да, 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 когда начинается усилие, так сразу туда вправо поплыло. Хорошо, так все. Лично израсходовал все. Прям вот отлично. Как в юности, ощущение после тренировки. А ты чем занимался? Борьбой? Да, борьбой. Борьбой я лет 7, наверное, 8 прозанимался. Ну, это хорошо. Еще год на велоспорт ходил потом. Хорошо.